Здравствуйте, дорогие родители! Солнечный, слегка морозный денек радовал нас сегодня. Юнармейцы, разделившись на две группы, проходили учения за территорией республики. Они ловили диверсантов, искали замаскированные растяжки, стреляли по мишеням, отражали нападения противников. Все было всерьез. Бизнесмены сегодня тоже весело проводили день. Конечно, занятий никто не отменил, но после обеда прошел танцевальный батл в клубе. Ребята не только сами очень круто танцевали, но и научили танцам своих друзей. Вот что значит сплоченный коллектив. Жители Лимони сегодня снова посетили кружки, а также провели много времени на солнышке, наслаждаясь чудесной осенней погодой. Вечером была дискотека, где ребята смогли показать, чему научились днем, а во время дискотеки еще и пионерский костер в честь победы юнармейцев над диверсантами. И их, к нашему великому сожалению, завтрашним отъезду. Но мы уверены, что это только начало нашей большой дружбы с ребятами. Вот такой день у нас был. Оставайтесь с нами и следите за новостями.